Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф. И сегодня в этом ролике, ребят, мы поиграем в Bitfarm Simulator с подписчиками. И на этот раз, ребят, я буду снимать рубрику робуксы за ростки. Но сегодня, ребят, будут не робуксы разыгрываться, а рубли. Ну и в общем, ребят, правила такие. Есть 5 подписчиков, и все эти 5 подписчиков имеют по 10 росточков. И, ребята, они сейчас будут спавнить эти все росточки по очереди. А сначала Zero, потом Серега Роблокс, Мистер Зимус, Роб Зитви и Юра топ. Так вот, ребят, по очереди, как и в прошлых роликах. И за каждый росток ребята будут получать очки. Кто больше очков наберет, тот забирает, ребята, 100 рублей. И в общем, ребят, мы договорились с подписчиками, что за обычный, за редкий и за лунный росток ребята получают по одному очку. За эпический и за гамми ребята получают по 2 очка. И, ребята, за вот этот легендарный и мифический или суприм росток ребята получают по 3 очка. Ну и в общем, все. В принципе, правила вот такие вот простенькие. И сейчас мы будем начинать. Короче, ребята, напомнил я подписчикам, чтобы они никуда не расходились, потому что если мы потом вдвоем с подписчиком последний останется, мы будем их очень долго фармить. Вот, например, с вот этим вот Юром. Это будет очень долго, и поэтому, ребят, я решил, что все до конца. Пишу гоу, ребята начинают, пускают росточки. И первый росток у нас выпускает Zero. У него обычный росток, я его даже не заметил. Короче, ребят, на этом поле, ребят, я вообще, мне кажется, ни одного росточка даже не замечу. Ну и также, ребят, я с подписчиками договорился, что сейчас они будут спавнить росточки. Они собирают все ресурсы. Смотрите, я забрал вот этот синий экстракт. И, короче, все ресурсы они себе могут собирать, потому что мне их не жалко. Они мне, ну, как бы нужны и не нужны. В принципе, не жалко, могут собирать подписчики. Но если вдруг кто-то заспавнит, ребята, легендарный росточек, я их попросил, чтобы они оставили этот росточек мне. Помогли его разрушить. Выкопать, но чтобы ресурсы оставили мне, потому что мне сейчас очень сильно нужно алмазное яичко. Не знаю, выпадет мне оно или нет, ребят, но как вы помните из прошлого ролика, ребят, я думаю, вы помните прошлый ролик, и я сейчас охочусь, ребятушки, за легендарным яйцом, за вот этим Diamond Egg, и сейчас оно мне очень сильно нужно. Короче, как вы видите, к сожалению, ни одного даже ни гамми, ни эпического росточка не выпало, только редкие и обычные у Zero, а к сожалению, с удачей у него все очень плохо. Ладненько, Zero выпустил, я так понял, последний свой росток, потому что звук какой-то печальный пошел. А не, не последний. Ну ладно, ничего. Ничего. Значит, не последний. Собираем семечки. Семечки нам нужны для ойлов, а ойлы нам нужны для... А для чего нам ойлы нужны? Я не знаю. Просто собираем. Для крафта каких-то предметов они нам нужны, но для каких, ребят, я не помню. Ладно, что тут у нас есть? Все, Zero, я так понял, выпустил все свои росточки. Следующий у нас кто? Следующий у нас Серега. Серега... Бро Роблокс. Кстати, на этом поле сейчас чья-то гнида, или что это такое, только что летало. А, это какая-то гамми-звездочка летает, ребят. Она дает какой-то там бонус, и какой бонус я пока что не шарю, ребят, так как я с посевочками не на вы сейчас в бисфарме. Так, Серега спавнит первый росток, и первый росточек у него обычненький. Короче, удача у него такая себе, не очень. Ну ладно, о, собираем ойл сразу. А ойл это очень круто, потому что это сразу же 50 семечек в кубке. Так, что там еще? Что там еще? У нас тут вот тикет ждет. У нас тут еще, ребята, пару семечек в углу. А Серега спавнит пока что только одни обычные росточки. Что-то у него вообще удача не очень. Еще один обычный. Ну блин, какая-то засада, честное слово. Честное слово, вот чуваку вообще не везет. Ладненько. Еще один обычный. У меня контейнер уже заполнился. И сейчас, ребята, у меня остался только один микроконвертер. Кстати, Серега заспавнил редкий росток. Короче, ребятушки, смотрите, Серега уже заспавнил все свои росточки, и начинает Мистер Зимус сразу же с гамми росточка. У него вообще удача, вижу, самая топовая. Ох, блин, я не успел клей забрать. Ну, ничего. Ничего, клей. О, еще один клей вижу. Ничего себе, а что, серьезно? Два клея возле меня. Легендарный росток, ребят. Вау. Сейчас должно выпасть легендарное яйцо. Если сейчас выпадет это легендарное яйцо, друзья, я его... заберу, то я вообще ничего не вижу. Тут очень много ресурсов. А, чё? Я не вижу вообще ни одного хорошего предмета. Вообще, где... Блин, ладно. Либо я не заметил, либо его просто не было, друзья. Вот
третий ростотик уже я вижу за сегодня, и все равно мне что-то не попадается вот эти вот легендарные яйца. Вообще какая-то удача порезанная. Мы в жопе, я не увидел его. А, Робзи забрал, да? Я подобрал. Робзи подобрал. Дай ему так. Блин, Робзи. Ну елки-палки, ну елы-палы. Я ж попросил. Он говорит, не заметил. Я ж просил, ребята, если легендарный росточек будет, оставьте плиз мне. Ох, елки-палки, плакала моя масочка. Ну ладно, ничего, ничего. Как-то мы попробуем сами достать без помощи подписчиков. Вот так вот, надеялся на помощь, на то, что ребята помогут мне достать легендарное яйцо, но что-то не получилось. Ладно, ничего. Ладненько, пошли дальше. Что у нас тут? У нас тут уже кидает мистер Зимос. А, до сих пор кидает мистер Зимос, серьезно. Он начал с гамми-росточка. А еще когда? Он до сих пор еще кидает свои росточки? Серьезно. Ладненько, собираем, 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 собираем. Вот сюда, вот сюда. О, какая пачка. Так, начал Робзи Тви с обычного росточка. А, и еще один обычный росточек. Хорошо. Дальше у нас что? Дальше у нас тут вот вижу опять редкий. Так, что-то вообще какая-то фигня падает. Вот вижу тикет. Я вот пытаюсь всмотреться вот в эти все ресурсы. Что-то увидеть очень интересное. Но что-то вообще какой-то... нищий. Лут падает, ребят, вообще ничего интересного, ни тикета, ни какого-то там ойла, ни энзима, вот только гамми-росток вижу появился. Вот так вот, сейчас надо следить, ребята, за... О, вижу, тикет надо забрать. Так, следим за клеем, клея не вижу пока что. Так, 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 тихо, 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 вот сюда, в уголок, ребят. А тут что? Нет, серьезно, из этого гамми-росточка ни одного клея? Не, ну это что-то с чем-то, друзья. А это что-то с чем-то. О, серьезно, ни одного клея даже не увидел. Возможно, подобрал, но я его не увидел. Ладненько, Робзи пишет, что уже минус. И начинает Юра топ сразу же с редкого. Но обычный и редкий вроде бы по одному очку. В принципе, разницы никакой. Ладненько. Опа, вижу энзимку. Опа, вместе с ойлом. Забираем и энзимку, и ойл. Ладненько, пошли дальше. Пошли дальше, 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 дальше. Так, у нас тут что? Дальше у нас тут какая-то фигня происходит, друзья. Дальше у нас тут вообще полная фигня. О, вижу тикет, хорошо. Нормально, у меня почему-то вроде бы жизни забрались, или что? Я видел красную надпись. А, и, друзья, что? Тикет, хорошо. А, ну, все, больше я ничего интересного не вижу, ребят. Ребят, я, знаете что, читаю ваши комментарии, и вы мне очень часто пишете, что я что-то такое не увидел, например, убил какого-то босса и не заметил какую-то крутую награду. Или там, например, росточек фармил и что-то там из росточка я достал, но я его этого не заметил или просто не прокомментировал. Ребят, если я что-то очень крутое, очень такое ценное просрал, ребят, пишите в комментариях тайм-код. И что я там просрал? Мне очень интересно, сколько внимательных ребят у меня смотрит. Так, кто следующий? Ну, вроде бы все. Больше нету следующих. Давайте один росточек я заспавню. Обычный. Вот тут вижу вот тикет. Тикет уже забрали. Не, не забрали. Ладно, короче, ребята, вот такой вот ролик получился. Ребята заспавнили все свои росточки. К сожалению, я не достал то, что я хотел. Я сильно надеялся на Diamond Egg. Как было 4 штуки, так и есть. К сожалению... Ладненько, ну ничего, не беда. Это не беда, это очень быстро мы достанем, друзья. В принципе, можно было бы просто пойти и убить туннельного мишку. В принципе, оттуда можно достать Diamond Egg. Если я сейчас достану этот Diamond Egg, то, ребята, это будет трэш. Это будет трэш. А, я не достану, потому что он убит. Ладненько. Короче, ребят, спасибо подписчикам, что пришли, взяли участие в этой рубрике. Так, что не пожалели росточков, покидали. Что оставили мне вот этот легендарный росточек. Они, в принципе, могли бы были собирать вот эти разные ресурсы, но Diamond Egg все-таки стырили. Ладненько, вот. Вот ты ж, Робзи, вот ты ж. Ладно, ребят, обижаться не будем. Это все-таки просто игра. И очень, в принципе, ну, будет плохо, если мы просто будем обижаться через какое-то там яйцо. Через какой-то предмет, который нам вообще ничего не дает. Если вы хотите, ребят, участвовать в таких рубриках, заходите обязательно в Discord. Ссылка будет в описании. Ну, а на этом, ребят, я буду с вами прощаться. С вами был Гуф-Гуф, банда подписчиков Гуф-Гуфа. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.